Армянский террорист атаковал пост азербайджанских военнослужащих под Шушей. Неизвестный армянский террорист атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты под Шушей, сообщает РИА Новости. Как видно на кадрах, террорист, подъехав к посту, бросил в сторону военных ручную гранату. Сообщается, что в результате взрыва никто из военнослужащих не пострадал серьезно. Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление об инциденте близ села Дашалты под Шушей, где армянский террорист бросил гранату в азербайджанских военнослужащих. В заявлении говорится, 13 ноября в 7 часов 12 минут гражданин Армении Нарайр Мирзаян, 1975 года рождения, ехавший по шоссе Ханкенди, Лачин из азербайджанского города Ханкенди на автомобиле марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48048 в направлении города Лачин, и другие члены преступной группировки, приобретя ручные гранаты марки РГД-5 и другое огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, совершили террористический акт на территории Азербайджанской республики с целью умышленного убийства.